Так что задача, час пошел отчет, тут у меня 20:16 на часах, чтобы за час управились. Маги и Гроль, блядь. Вот я уже лично вылетел в инс шатрата, блядь. У МСГ мы начинаем. А тут уже пол рейда без тебя, долго летишь. Так, блядь, я чилил. Он синтек, а, нахуй. А зачем ты шатрата летишь, если на магика? Кто Гроль магик хочет почилить? Я могу почилить. Рога, топа можешь. Топа? Так, блядь, на пул, сука. Но у вас хант есть. Ну ладно, значит... ладно, я синтек, он на замене посидит, почилить. Потом, может, пойдем. Геншин. Да. Ну давай. Только не уходи, не ходи, я синтека кину. Ага, блядь, я лечу. Я же на замене сижу. Ага, сейчас мы эту хуйню закроем, и этот ТТГ уже там пойдешь, если там что-то надо, на пристав какую-то чарку. Так, я мечу. А, вот мне ж сумон кинулся, я стою, бля, ебланю. Так, сумоним всех, тыкаем на эту хуйню. Получается синтек, Геншин почилит. В принципе, надеюсь, мы поставим два тела и два танка поставим бегать, руки нахуй закрыть. Потому что, блядь, я не выдержу, если вы, блядь, не закроете опять в девятером РДД, нахуй. Я просто не выдержу, блядь. Просто получите в девятером ГП, нахуй. По видео замедлю, нахуярю тем, на ком хрупкости не было, ГП, блядь. Сейчас я в этот раз поставлю два танка, и вам только одна рука останется, блядь. Все, пошли, там кто-то не принимает сумон, пошли хуярить трэш. Активно, весело, хуярим трэш. Сразу фласки, масло, всю хуйню мажьте. ЛКшных хватит. Здесь на ГМХМ. Так, пока он начал, я пойду справа приведу. Кто-то слева приведите, все пачки две, чтобы сразу увешали. Чё слева никто не привел? Ну ребята, блядь, просил же. Ну на магии не кайфово приводить. Ну кто-то приведите там, блядь, хант, кто-нибудь, блядь, варк, не сбегай, кинь топор в них. Слева внизу пачку. И на пулю типа когда на любого танка. Тут в койлах бегать будем. Так, давай. А, войска не там, ладно. А, я побежал уже в койле, блядь. Сало сливайте, ДКшники, вот это удушение, блядь, по мулам. И фулл ОЕ. Ну, я что-то подумал, потому что вот эти печати все-таки лучше будет бафнуть. Потому что нам в ТТГ частенько не хватает каких-то крох ДПСа там. Немножко статы надо поднять перед ТТГ. Логичнее будет. Подготовка. Да и рейд несложный, если не ебланить. Да ебаный, блядь, и лужу разлить не успеваю, нахуй, эту хуйню кидают. В чашке застреваю в этой ебаной. Буребак, а у тебя, блядь, ПКД активация будет, или может ты на рацию поставишь? Там, туда щелкаешь, сидишь там. Подруби там режим рации. Это последний моб. Сбивайте его быстрее.
Все, я вниз побежал. Так, на кубы 5 тел. Если 5 тел не плюснете, то сам поставлю. Так, бонсай, звездочка. Водикон. Кружок. Два носка, ромбик. А чё с нами завар какой-то низгидди? Я забыл, кто это. Напомни там, пар, кто это. Проходка купил. Этот, как он называется? Бля, я ник забыл. Вон тот? Вон тот. Вон тот ДКшник, да. Наверное. Я не помню. У кого квесты, вы не забудьте после магика. Скажите, чтобы вам порт поставили. Так, три тела я назначил. Еще на куб. Так, Вихторку. Где он там, блядь? А, и Шалфир, нахуй, отрабатывает. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю, нахуй. Вайб будет. Нажимай. Это за квест. Так, Вихторка, треугольник. Сосуд. Это после таракта. Как в обычке, просто стоять у кубаев. Че вы там встали? Сюда заходите. Да, это самое. Босс кастанет, ставлю рыбу. Босс кастанет. Это самое. Как она называется? Вот эту вспышку, нахуй. Каст закончится. Вы стоите в это время уже у кубов. Нажимаете куб. И нужно, чтобы именно 5 лучей в одно время были на боссе. Босс пишет красными надписями в чат. Пишет «нет, только не снова». Еще голосом говорит. А, после каста. Да, после каста. Да, главное... Только там не паникуй. Подожди, угу. Он активируется, куб появится. Это... Шестеренка. Да, нажал и держишь. Самовольно не отпускать. Отпускать только тогда, когда вы убедились, что 5 лучей попали в босса. И босс еще красной хуйней напишет в рейд. Нет, только не снова. И скажет еще это голосом. Вот только тогда можно отпускать. Ну то, что стопать дамаг надо на печати Мактеридона, это все РДД, все хилы 5 знают. Думаю, не первый раз тут. Ману не проебывайте. Рарник на трэше, вот на нем квадрат. Что, рарник на трэше будет, да, стоять? Да, 3 ДК на боссе. Я первый на боссе, Вилаша второй, Брюли третий. Таунтить во время коста ДКшники, я думаю, знать. Вон рыба стоит, жрите. Чек на пул. Быстренько закроем, тут нехуй делать. У меня все легкое, блядь. Вихторка. Кубы свои увидели там? Вихторки нету. Он просил же минуту ему. Покикайте звездочки, пожалуйста. Этот, два пала, у вас всего лишь два, это самое, один каски, один кулаки кресты, хуярите. Кто там кулак просит? Ну, 10-минутный ему, наверное, придется давать. Так, Вихторка тут. Тогда по отчету пуляем мобов. Для дальнего грипа. Микрофон, промах притяжки, сука. Хуярим. Так, первая войска сейчас я дам. Их с Вихторки заберите, рарник забери. Так, дал войско. Фулл АВЕ просто разъебаю. На Вихторку там боб ебаните что-нибудь. Два носка тоже, глыбу ебани там что-нибудь, скинь, не сдыхайте только. Два носка, уйди там какую-нибудь глыбу ебани там. Дайте по нему саливу там, не знаю, блять, каплю, хуй знает. Да въебал голову. Главное, не подыхайте. Мы что, зальем до активации? Да, да. Такое бывает в наших рейдах? Ну да, давно. Ну, 40 секунд еще. Хуярьте сильнее по мобам. Еще, если у кого припота не жалко, припот можно будет дать. Я бы не пил. Ну это хуярьте. Но все равно без боя лучше постоять, подождать. Я еще рекаунт обнулю. Чтобы уже в босса смотреть без этого трэша. 20 секунд еще. Добивайте моба. Дайте мп 5 по донска. Блять, а кто-то вылетел или что?
Дайте кулак по друидам. Притон вылетел. Активация 7 секунд. Ну он на кубе вроде не стоял. 2 секунды активация, готовимся. Верим. А, притон здесь. Ты с нами, да? Бьешь? Ну все, бей. Вроде да. А, Тигеру сразу. Так, после Вилаши Брюли. Бля, у меня вылетело. У кого? Брюли. Да ну нахуй. Брюли. Точно вылетело? Да, да, игра закрылась просто. Ну, стаунтирарник тогда. Пиздец, у меня тоже хуйня. Ай, бля, я понял нахуй. Ну, тогда стопайте дамаг, ложимся нахуй. Вставай спиной к боссу, падаем, стопайте хил. Стопай. Брюль вернулся, нет? Он за воротами. Рарник тоже вылетел, он. Не, Рарник вроде бегает. Ложимся. Стопайте. Заново начнем. Сейчас он кастанет уже куб тогда. Не нажимайте, не надо, не нажимайте. Сейчас упадем. Что сделать инсайд, с этой печатью? Я сделал нельзя кастовать, да? На снижение агро, я все равно топ-2 почти, и мне по КД анонсит, что я почти сорвал. На последней секунде ты будешь что-то кастовать, ну, типа... или поддерживать каст, у тебя сожрет половину маны и въебет. Ага, просто понял. Под конец дебафа стопаешь все, ну и все. Да, потом бьешь. То есть, когда он висит, ты можешь бить, но когда секунда... Когда он будет спадать, и в этот момент ты кастуешь, он тебе полманы съест и столько же урона донесет. Вот так что будет залупа. Имейте это в виду. Побежали. Брюлю и Рарник, заходите. Что у вас, загружается нормально? Мне охота синтека в танка спекать. Брюли, прием. Что там у тебя? Да, зашел, сразу зашел уже по-сторожему. Просто игра закрылась нахуй. Ошибку выдал какую-то. Не понял. Ну это, заходите. Рарник, что у тебя там, загружается? Рыба стоит у ворот. Где там Рарник? Рарник, прием, что у тебя там? Какую тебе фласку призом? На ДД? Да подожди, я не взял еще. Это этот самый. Сейчас я ГБ поставлю. История, короче, будешь это самое. Вот те фласки на. Потом перекинешь на другого своего перса, сейчас я тебе дам. Минавен, что надо? ГД. Если бы сказал бы, я бы стол поставил. Что мне в обмен-то кидаешь. Так, история, на тебе вот эту хуйню. Это, короче, давай там на обычке. Это самое, на ДД. На Геру там уже БКшный будем юзать. Okay. Дай призану. Призан обмен луне, там на АП ему дай. О, а женщина что-то пишет. Так. На АП у Шалфира возьми. Трейфистер. Так, на АП Равист у Шалфира возьми. Так, на тебе масло. Большое спасибо. Рарник, что там, зашел? Ну, вроде зашел. Беги. Ебаните шкаф сейчас у меня. Давайте шкаф быстренько тыкните. Че, бля, бьете уже, что ли? Да. Били. Тыкните на сумон. Сейчас примешь, тут за воротами рыба стоит. Сейчас он примет, поест. Все, принимай.
Вон рыба, выйди под похавай, вон где треугольник. Так, мне, кстати, надо хп выпить, да. Пасочку. Принимайте готовность. Так, все готовы, даю отчет. Я дальнего гриппа у ближних. Блять, чё? Так, даю войско. Что это за красные круги? Это от кого такое идет? Наверное, двор в черное железо. Не, не круги, да, а вот такие вот. Это чарка с ТТГ вывела. А, нихуя, прикольно. Блять, тоже на танк что-то хочу, сука. Так, обнуляем рекаунт. Три секунды готовимся. Две секунды. Секунда. Геро. Да, конечно, Геро, конечно, вы чё? Сбилась, обратно отдай. На следующем станешь. Так, блюли после него забираешь. Смотри, не вылетай там. Печеньку закройте, меня выкинуло. Так, этот... Мистери на печеньку. Слышишь, мистери? Да. Вот, на тебя печеньку переставил. Это Вадикон вылетел. Так, бесы. Готовимся, нажимаем кубы. 5 кубов. Все, отпускаем. Все, рарник там стоит. Топа с хантом можете напулить. А где рарник? Иди, иди лови. Так, что там? Чё, сейчас я буду подводить, с брюлью заберу, буду подводить туда. Все, подвожу босса, фулл ОУЕ по пидорам, по мелким. Я дам незыбку. Фулл ОУЕ, вот они рядом с боссом стоят. Даю незыбку, фулл ОУЕ.
И главное стан, когда мало хп у них будет. Фул АОЕ, прям фул просто АОЕ. Быстрее, 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 взорвутся сейчас. Все нормально. В центр босс можешь отводить. Брюли. Угу. Следующая вспышка. 4 секунды. По кубам вставайте, возле кубов рядом вставайте. Еще пачка трэша и все. Без эти скелеты. Нажимаем. Отпускаем. Так, чуть не поебал Брюли. Все, все по скелетам переключились. Вон скелет с РДД разъебали. Брюли, грипани скелета любого. И дай кого ему в воздухе. Фулл ДПС, милики, разъебать этого скелета. Станы, муаковы, фир по КД. А, там нету ретрика. Ну просто разъебывайте. Вилаш Т4, ебани на эту хуйню. Еще скелета гриппой. Так, сейчас Брюли заберет. И Вилаша гриппой скелета. Ну какого-нибудь любого. И милики его бейте, якого ему. Все, вот этого... Двух скелетов вот этих разъебывайте, и босса одновременно хуядим, переводим, готовимся идти к звездочке. Все, до босса 0.3% перевести. Все сейчас по скелетам играем. Сейчас босс переведется. 0.1%. Босса переведите. И к звездочке идем сюда. Все, босс переводится, сейчас он пока на мне. Все скелеты выиграем. Где там живые скелеты? Вон они скелеты, РДД все играем. Так, сейчас босс ко мне прибежит. Все. Пока, вот, пока не зыбка, этот самый, играем все по скелетам, убейте скелет. Потом босса уже добьем. Так. Все, следующий Брюли. Ну, так, ну стресс сдох. РДД скелет вон слева. Ебаните, разъебите его. Квадрат на скелета поставил, все, почти разъебали. Так. Все, рарник освободил. Что, после Брюли тогда заберешь? Я после тебя буду. Вот, готовься. С кого? Брюли, вот с этого. Все, забирай. Ладно, я понял, тогда я заберу. Так. Бля, не слышу. Ну, Брюли, танк, который танчил. Или что, у тебя дис там что-то? Вот сейчас и Вилаш, после Вилаш и Брюли. Или что, или меня хуево слышно? Да нормально слышно. Нормально. Ты слышишь, Рарник? С Брюли заберу, с Брюли. Да, да, давай. Так, что у вас по мане? Ну, ставьте вдвоем тотемы. Не люблю этот Песа гимноману. Равист Иннер по Зубраджину давай. Ну и пока хватит, ладно. Синтек, ну ибо не по не люблю щиты, у него маловато маны. Потом уже, когда еще хуево будет, там это самое. Как он, блять? У Шелфира еще одна ману есть. Давай Шелфир гимноману. Подреснем чутка ему.
квест, там портал поставьте и летите на этого. Как он называется? На груля. Ставлю в каминор, кому надо. Кому квест надо, итем не забудьте лутануть, портуйтесь и остальные на груля идите. Так, сразу. У вас этот квест, блять. Сумка, на кого бог пошлет, как обычно. Кто же это будет? Кто же это будет? Притон, нихуя себе. Так, щит, может, кому-то надо там на спеки. О, бля! Я забрал. Тебе надо? Если... А тут. Портнув. А тут вон зубраджин нажимает. А, ну все тогда. Да. 64-й немножко похуже, потому что он без дырки. Да, да, без соки. Ты хулика начинаешь делать? Да, собираюсь. Хорош. О, журавль же, блядь. Журавль. Бичуган. Лучше бы, блять, жена. Ясно, нахуй. Че? Заебать скафхэнд. Не, Влад, лучше бы жезл, блять. Не, ну жезл, да. Тут самый пиздатый, нахуй. Вернитесь, пожалуйста, Равуста и Навен, нажмите по шкафу, человека с умонок надо обратно. Ну окей. Я просто он завтра дропнется, я буду в ахуе. Ну это параша, это на распыл крит МП5, я думаю, никому не надо. И печать. Могу распылить. Так, печать мне надо. На этом когда, наверное, не заберу, блять. Но у меня там стены готовые лежат. Так, что у нас там? Так, по приору вроде как Вихторка. Так, Ревист 50 нажимает. Вихторка получается. Влад, а тебе не надо, что ли? Нет. Нихуя ты придумал, конечно. Так, ну я через телепорт. Априор это как? Это по проценту смотреть? Ну, этот... Ставишь ЕПГП, ставишь ПР. Ну, у меня, допустим, вроде больше, чем у Викторки. Я сотку жал. А как, ну, как работает? Давай посмотрим. Вот смотри. Вот смотри, я сейчас нажму отменить. Так, и смотрим теперь. Викторка выше на стресса на одну позицию. Еще вопрос. Да, не, я просто спрашиваю, у меня показывают 15, да, там, тысяч ГП. У него, я смотрю, 14. Соотношение, смотри, где ты, надо ты PR. Смотри, строчку PR называется. У него 346 ГП, у тебя 36. Приоритет у него 41,57 у него, а у тебя 34,55. Ты следующую печеньку заберешь. А у меня Старолэнда 42,22. Вот, в общем, 200 ГП вернул. Так, только я пока... Кому? Я лечу в этот, зону 52. Если шкаф есть, можете суммонить. Мне кажется, нету, наверное, еще, да? У нас полчаса, чтобы убить груля. Охуенно, блять, там первый босс полчаса бьется, блять. Звучит как будто бы хуйня. Реально. Да. Ну, 40 минут максимум. У меня фласка 47 минут. Ну все, фласка кончится, пиздец. ГП. 34, блять. Как так, нахуй? Так, заранее, блять, с 3-4 пати буду под ебало водикона и приза наставить. А руки хлопать будут бегать и Вилаша, и Брюли, наверное. Надеюсь, вы с этой хуйней справитесь. Но Вилаша справится, а Брюли не знаю. Я отходил. Вы разобрались, что там с приором? Мне применять, да? Печеньку можно или нет? Да можно, да. Ну, просто когда начисляется, там ниже становится по приору строчки. Не всегда ИП решает, заберет там человек. Надо же здесь смотреть, насколько ГП делится это ИП. И приоритет цифры, которые вот получается в итоге. По рекаунту можно как-то посмотреть, сколько печати поймал Мактеридона? Нет. Бля, хуёво. Потому что от нее от самой урон идет. Может, как-то и есть, нахуй, бля, не блядь, знаю. Если кубов по КД ловил, блять. Потому что забывал про это. Блин, просто интересно, я вообще не бил, нахуй. Тыкните. Я не знаю, ну, вот кубы, я забываю, что существует печать, блять. Не знаю, у меня показывает печать Мактеридона 126К. Она так прописывается, по крайней мере, в скате. Прекрасный рейд, блять, рейд моей мечты, нахуй. Всегда надо тыкните, так. Присуманьте лука, тыкните. Кто-нибудь.
Идите на выход, тыкните, сейчас я бегу, блядь. Все залетают только. Надеюсь, мне тут пизды не дадут. Но меня там нет. Ты кого сумонишь? Обычно я там всем пизды не дадут. Вторку. А, притона еще ебанем. А, все, он тут похуй тогда. Куда он улетел, ты видел? Дай мне перышко, я сейчас... А, все нормально, дали. Ебать. Бэтскример. Ух ты, орешь. Тыкни еще притона. Сейчас я его на панель найду. Ой, лол, блядь. Сюда на одной кнопке. Нет, ты видел такой, блядь. Заюзал тапки. Все, пошли. Для перышка имба сочетание Ctrl плюс колесико мыши вниз. Все, блядь. Удобно. Ну и чё, это вот шкаф. Тыкайте на самом. Здесь это тотемы главное с гимном совмещать. Сами по себе не давайте тотемы. Надо ману не проебать. Рависты у нас в комп. Так, коте. А, нихуя. Надо же синтека, наверное, спекнуть. Давай подумаем, кто у нас похилит тогда. Синтек, ты помнишь, да, танчил когда этого? Кто похилит? Акиса или Призон? Я могу похилить. Ну, я это Акиса, все. Так, Акиса, рарник тогда в ДД. Ты танкани, пока этот самый синтек, слышишь? Этого, как он называется? Ну, двоих поднял, да, которые в овцу приводят. А вы сумоните? Да, да. Я пока перекидывал там. Вы сумоните тоже, хули вы тут стоите в 20-ром, нахуй, вокруг шкафа, просто так. Я что ли один должен сумонить? Проявляйте, блядь, активность, а то мы так будем, нахуй, по 5 часов рейд проходить, блядь. Вместо того, чтобы за 40 минут эту хуйню закрыть и идти чилить. RS-10 гер, кстати, на кону, нахуй. Если сегодня полтора часа где-то до 8 останется, RS-10 гер, пойдем, блядь, я вам покажу, блядь. Мне туда нужен ДЦшник, Синтек, Вадикон, все вот эти вот люди нужны. Там, милики. Мы же собирались в Грольмаге кабычку. Ну это я не гарантирую, блядь, сейчас посмотрим. Переиграли. RS-10 гер, блядь, вы должны увидеть, что там, нахуй. Потому что придете в 25-ку, если вы в десятке не были, вам будет совсем хуёво. Песа я сумонил, короче, не знаю, что не сумонится. Я, короче, Громилу заберу, сейчас только добегу. Вы остальных двоих танчите. Погнали, ебашим. Шалфир от кис. Там нервок дали. Просто от кис. Опа. Ебать, мне фир дали, нихуя себе. Не спальте фир с танком. Так, 3ДК и Мишка, 3ДК и Мишка. Брюли танчил тут что-нибудь? Лока будешь танчить. Знаешь, как скидывать панцирем стаки локовские? Все хорошо. Блядь. Так, добили. Метки я не знаю, наверное, не буду вам ставить. Просто... Ладно, хуй с ним. Этот самый, блядь.
Значит, Брюли, твой лог здесь. Потом уже это сами Кроша буду танчить. Буду я танчить. Луну будет танчить. Вилаша. Ну, примерно там рядом с магом и держи, чтобы. Главное, чтобы не отлетал от этой хуйни там где-нибудь. Этот. От. Как он называется, сука? От Рарниковской. Ой, от Синтековского 2 моба. Вот эти вот. Он их держит, звезду и треугольник. Он там помнит, где, да? Вон он, тот столб есть. Сейчас я туда метку ебану. Ну, я обычно там, мне там удобно. Вот, с жопой к этому столбу. РДД, если вас вдруг откидывает каким-то случайным образом, блядь, то просто поближе к черепку встаньте, нахуй, и вас не будет откидывать, там, лайфхак такой. Вот, по мане там смотрите хорошенько. И главное, танков не уроните. Дикурс проклятий. Два мага, сова. Ну и шаманы там по разу, надеюсь, у вас у всех вкачана эта хуйня. А, у нас три шама сейчас, ну все, заебись. Рыбу надо? Нет, хуй знает. Вот рыба. Зрите. Пул будет даваться только для танков. Бить только тогда, когда агроны берут танки. Так что с пула никто не бьет. Проверка, принимайте готовность. Так, Вилаш и Луну, я крестик, Брюли черепок, синтек двух остальных. Все готовы, даю отчет, это только для танков. Бежали. Смотрим, кто первый откроется. Открылся Крош, крестик. Пока не бейте, сейчас я 10 ТЛПшек дам. Ну что-то агро пока не генерируется на нем. Так, бейте потихоньку. Хант напуливай два раза на меня. Крестик на вой, да? Этот миссери стопани. Обгони, смотри меня. Не обгони, блять, миссери, все, стопни, покури. Сорвешь, вайпанетесь все разом, нахуй, сдохните там. Притон, бонсай, стопайте. Потом добьете. Два носка, осторожно, не обгони меня. Так, буду давать незыбку, готовимся. Даю незыбку. Все, захиливаем. Не уроните Вилашу. Никого там, Брюли. Так, забрал. И Вилаша забрал. Лок объем. Одну собаку грипну. Собаку вам не надо бить, блядь. Бейте босса. Локи там кинули проклятие. Ну, в рейде собака, блядь, что за хуйня. Бьет кого-нибудь еще. Частицы что-то не вижу на ком на синтеке. Брюли, смотрите, хильте шаманы хорошенько. Так, поехали. Значит, Акиса ставь тотем на ману, Шалфир гим на ману. Вадикон Инерпа не люблю. Равист Инерпа... Ладно, пока придержи. Слепоглаз, луна активировалась, луну убьем. РДД луну убьем. Все, сейчас по мане попроще будет. Хорошенько Вилашу хитить, на нем стакается хуйня. Хилим хорошенько, не проебите танков. Давай, Равист по Эновену, Иннер. Зубраджин, ставь тотем на ману. Песа гим на ману. Сейчас подрезается еще больше. Слепоглаз опять. Луну также добиваем, бьем. Может, добьете. Может и нет.
Что, успеваете? Нет, там чуть не... Да. Экзекутка вроде... Да, я думаю, успеваете. 30 секунд еще. Да, успели, нормально. Все, отлично, чилим. Порезайте я блок ману, что ли, там как-то автоатакой. Только синтекой продолжайте хитить. Так, 7 секунд там кто-то откроется. Да. Еще. Забери короля у него. Сейчас он его откинул, еще подбежит. Так, крош открылся. Крестик, бьем крестик. И рейндж немножко сделайте там. Чтоб бомба по всем не била. Вот по дохуя людям бьет бомба. Так что немножко на рейндж там. Так. Бодикон через 30 секунд по Акисе ебанешь, Шинар. Так, ну пока что бьем. Так, прохиливаем хорошенько. Готовимся скоро хилы прохиливать, вам будет дополнительно гибно хп. Шелфир, готовься. Так, даю незыбку. Шелфир, готовься. Давай гибно хп. Ой, там кто-то еще сдал, не люблю, зачем? Ну ладно. Так, треугольник, идите треугольник бейте на синтеке. Так, ну пока нормально по мане, так поживем. Так, ровист, залей по Акисе. 2 секунды, заливаем по Акисе. Так, захиливаем эту хуйню и Пашу не пробить. Крош, крестик добиваем. Все, уже он не успеет кастовать эту хуйню. Почилите. Порезайте ману облока там автоатакой. Ладно, синюю джагу киньте. Это вар не сдохни там. А собаку с вара забери, кто там, брюли или кто. Все, добили, чилим. А зачем? Ой, собаку бьет? Ай, на вен сдох, нахуй. Этот самый Рави стрессы. А кто резнул? А, все, хорошо. Так, ну тогда бидон, ставь тотем. Не люблю гимноману. Фул баф по Анавену. Каску, лапу, пристабав. До активации 7 секунд. Смотрим, кто активируется. Лок активировался. Давайте Геру уже, хули некуда, ну, никуда тратить. И фул ДПС по локу. Так, пару собак заберу. Просто по локу фул ДПС. Собак можно отвезти. Не собак надо бить, отдайтесь. Вот. Забрал. Все, просто по локу хуярьте в тупую и все. Все, чилим. Ману резаем. Так, Вадикон через 20 секунд дашь по... Все там, по не люблю щиты по ДЦ. Все, там кеглер активируется, его добьем, и все, и останется король один. Ну а там, в принципе, у нас что? Акиса тотем откатился? Да. Так, и кто у нас там первый дал? Шелфир гимн откатился, да? На ману. Да. Ставь тотем, давай гимн. Он сразу порезается, заебись. Ну и все, там 30 секунд у ПСа. Видите, как четко нахуй. Друг за другом гимны, блядь.
Все, король, уярим. Эти милики ушли, там иссушающая тьма. Только РДД бьют. Ну с миликов кто там больше всего? Равист бей. Ну и все. Ну и живу здесь бей. Ну и рарник бей, нахуй, и все, втроем вас хватит. Остальные там почильте. Ну, топа тоже можешь похуярить там. Ложный выпад главное нажимай, чтобы поменьше от хила по боссу ушло. Читуем вот этих четверых, кто там бьет. Читуем хорошенько за хилом. Чтобы поменьше по ним дамага шло. Сейчас кончится эта хуйня, да побьете. Горячий еще. Это, она с белым мясом? Послышно, стой. Ну давай, Зубраджин, ставь тотем, пэса гимна ману. Пэса на ману. Пэса. Ага. Надо, чтобы эта хуйня вместе действовала, потому что на ману 20% маны увеличит, а тотем он в процентах именно ману ресы. Это важно, чтобы эти хуйни две вместе были, они больше маны резнут. Ну все, там что там собаки, хуярьте. Ты к нам сейчас обратился так? Нет, ну какие-то собаки же он называет. Ну вот этих вот, дикий охотник скверны, блядь. Хуярьте, собаки. Сука. Блин, за ШП так приятно. Я просто дот обновляю, у меня 11 ДПС. Ну, в рекаунте. Ну, этот... Равис через 7 секунд истерия там кончится, у тебя закинь по Эновену закинь нырок. Ну, там 20% маны. Еще побольше будет немножко. 7 лямов бить еще. Больше не закидывать. А, нормально. Все равно приятнее, когда не то, что ты там 10% маны, ты там на измене сидишь, а, блядь, хватит, не хватит. Приятнее, когда мана заебись, все без проблем. Сейчас эту хуйню разролим и пойдем пробегать через трэш. Пока не агрите трэш, чтобы, блядь, он на меня не прибежал. Сейчас я отменю эти окошки. Так, что там выпало? Запы кому-то надо? У меня упало. Как обычно, тут все падает, параша полная. У меня таких зап, наверное, уже штук 100, нахуй. Шапка, это точно распыл. Так, пояс, может кому-то надо на третий спек. Так, сейчас. Так, распыл и печенька. Так, следующий. А, оказывается, мистери еще выше на стресса. У него 42, а у нас стресса 34 приор. Так, все, пошли пробегать. Ну, если там выше на стресса никому не надо, печеньки, то он на следующую заберет. А, забрать джин еще. Пошли пробегаем. Пока будем резаться, раскидаю там, кто в какой пати. Ну, подъебало пойдут Вадикон и Призон. Сейчас еще синтек, наверное, обратно кинем. А сейчас посмотрим. Может быть в сову, да. Да, в принципе, ты поживучий в сове будешь выглядеть. Давай, в сове будешь. Да. А те три шамана пускай похилят. Все, ложимся тут, диван кому-то дайте. Так, тогда руки позакрывают Вилаша и Призон вместо Брюли сюда. Вот Брюлис и Вилаши будут закрывать руки. Вот. Одна третья рука будет оставаться на чисто на 8 РДД, блядь, на ваше усмотрение. Все, резайтесь. Блядь, надеюсь, в этом ключ кроется, блядь. Вам нужны именно два танка, которые будут по КД руки закрывать. Если вы, блядь, вы пометесь так, нахуй, это пизда. Просто, блядь, шкаф, активируйте шкаф. Тыкайте там. Так. Вот.
Ой, да ты, я тут ни разу не был за РТД, где мне стоять руки закрывать? Тебе, ну стой в центре, и сейчас я поставлю все метки. Под боссом будешь закрывать. Вы, шипешники, будете под боссом чередоваться, блядь. Не хочу расписывать, что там, типа, ротацию там друг за другом, как, но сейчас примерно я поставлю, где руки появляются. Так, появляются в кружке звезде, появляются в центре, появляются треугольники на этой площадке, появляются под ногой босса в луне, под правой ногой босса, и появляются до того, как кинется огонь на ту сторону комнаты, появляются вот здесь, квадрат, здесь появляются руки, вот. И Вилаша с брюлями будут закрывать, они будут стоять примерно между ромбиком и звездой и будут закрывать в кружке в звезде. Это Вилаша с брюлями. Вот, либо в треугольнике. То есть оба стоите в ромбике, если видите один в треугольнике, один в звезде, то один в треугольник, один в звезду. РДД вы закрываете в луне под ногой босса, конкретно это Песа и Шелфир. Вы там стоите под боссом. Остальные РДД локи ставите это, порталы в треугольник. Можете, ну, в звезду можете не ставить, там два танка назад будут бежать. Локи в треугольник. Два носка, бонсай. Ваша метка квадрат. Пройдете квадрат до того, как там огня нету. Ну, пока огня там нету, там могут быть рука, может быть рука. Это ваша метка. Вы туда смотрите. От ромбика до квадрата вы смотрите. Как только там огонь, там в квадрате уже больше не будет рук. Хант там... То есть там после огня, когда он закончится, там больше не будет меток никогда, правильно? До того, как там есть огонь, когда там нет огня, будет метка, одна или две. Но когда там две. Упадет лужа, две, ну хуй с ним, я точно не считал. Когда там лужа упадет, она уже не исчезнет никуда, эта лужа, она будет по КД там лежать. И руки там уже не появятся. Вот, но руки будут появляться в треугольнике, в ромбике, в звезде, в кружке, в луне под правой ногой босса. А в квадрате уже больше не будет. Но с первого пула два раза может в квадрате появиться. Так что два мага вы туда смотрите. Ну, первая пати, вы знаете, что делать. Стоять под ебалом. Вот. Ну, ДЦ знает считывать. Хилы знаете. Хилы вас не напрягают. Конкретно Энвен, ты в руку в луну не ходишь закрывать. Ты стоишь с левой ноги босса, и ты не ходишь, нет, ты прихилишь. Вот, ты не напрягайся. Вот, там есть два шипешника. Ну, шаманы, хуй знает. Ну, разок закройте, ничего страшного. Но это, второй раз не лезьте, если у вас баф хрупкости. Так, вот там крестик. Вот тут стоит первая пачка под ебалом. Сейчас рыбу поставлю. Все, два закрывальщика, 8 человек отвечаете за третью руку, вот рыба. И все, пизда, блядь. Все руки, чтобы были закрыты. Ну, когда убежать из-под ебала, это, демонов нету в рейде. Из демонов другого спек сразу прыгайте. Бесов, чтобы не было. Так, может их не убьет, давай проверим. Нет, не буду проверять. Спекайтесь в другую какую-нибудь хуйню. Вафлика там. Убирай. А они уже переработали, можно демона. Не знаю, нихуя. Я не хочу, чтобы было. Я хочу, чтобы 0 было ярости у босса, а не 20 ярости. Просто спекнись нахуй и все. Не хочу проверять, блять. На том, когда они закрыли груля, давайте, блять, лучше ебанем с первого трая, без всякой залупы. Ну, Вихтуркой вон ебаните. Индер кто-нибудь. Не надо. А, ну там лок, там это самое. Все, чек на пул. Босса только не с пульти. Первая, вторая пати в крестик. Так, никого не забыл, да? Призан, Тривара, Топор, Вист, Рарник, Синтек, две совы и я танк. Здесь никого не забыл. ПС готов. Вихторка. Так, все готовы. Даю отсчет. Бля, это дюли. Трусы звезда, да? Чего? Чё, брат? Трусы звезда я закрываю. С квадратиком бегай. С Вилашей. И смотри, как он закрывает. От ромбика до кружка и звезды ты бегаешь. Вот
почему это было? Не было 10 человека. Кто не подбежал под ебалом? Первая, вторая пати стоим под ебалом, сука. Сейчас было 9, не 10. Смотрим второй раз. 19. 100 ярости. Сейчас будет адский удар, нахуй. Вот вы мне объясните, почему так, нахуй. Вадикон, хрупкость, нахуй. Под ебало, зайдите первая, вторая пати. Тридцать, нахуй, вы чё совсем там, блядь? Так, ну ладно, печка скоро. Вадикон сдох, подъебало, Айновен, подойди. После удара синтек ресы Вадикона. Синтек ресы. Блядь, ну ровист ресы, быстрее, этот, всё, он реснул. Вставай быстрее, фулбаф. Всё, печка была, нормально, щитуем. По Вадикону фулбаф, каску лампу пристабал. Блять, у кого там ёбаная активация голосом? Ну пиздец. Поебай за это. Тебя напомню. Так, печка. Все, сейчас спадут стаки, нормально будет. А, будет 90. Сейчас посмотрим, сколько будет. Еще один удар стоим. Первая, вторая пати стоим. И еще один, наверное, будем стоять. Этот стоим и следующий стоим. Так, следующий стоим под ебалом. После этого удара убегаете за спину. Так, удар. Идите за спину. Так, готовимся воина захиливать. Так, сейчас адский удар, даю незыбку. Возвращаемся под ебало, быстрее, 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 первая, вторая. Так, сколько? Не получилось нихуя, да? Не получилось. Все понятно, кто-то не успел добежать. Я понял, ложимся. Что, супер хуево, сложно, да, это все понять, да? Понятно, блять. Вставалка у кого из шаманов есть? Только сразу все, все один встал, второй зачем? Ресай Лока. У нас первая и вторая пати, вы не вставайте прямо за спину, вставайте чуть ближе. И всегда после адского удара мы сразу же перебегаем. Вот всегда после этого коста. Я хер знает, как можно не успеть. Братаны, блять, вот мне интересно, нахуй. Вот первая, вторая пати, этот, кто он там? Кринг, вот этот, который вон тот в Дисе. Ты забегал? Ты был под первым ударом? Не, не сейчас, а первый удар. А. Вот смотрите, сука, 9 человек получило этот стак, 9 стаков босс получил, а не 10, нахуй. Это первый же удар. Кто-то, сука, не забежал. Вот мне интересно, кто, блядь. Под первый я не забежал, Вадикон. Блядь, ну пиздец. Я как на магике услышал от тебя, что я руки под грулем закрываю, я и закрыл первые руки под грулем. Не, ты под ебалом просто стоишь. Там да, я курил просто, пока вы тактику рассказывали. Ой, понятно, ладно, там два шипы стоят, и там, ну там под ногами есть кому закрывать. Первая, вторая пати, вы под ебалом просто в кресте стоите. Ставлю, давай посумоним сначала. И, заходите, ресайтесь, тело свое покидайте быстрее и принимайте сумон. Вас по полчаса резать. Тыкайте на сумон. Бонсаю сумон. Остальных сумоните. Заходите в инс быстрее. Так, следующий зубр джина сумоним. Тыкайте на сумон, тоже не стойте. Первая, вторая пати. Стоим под ебалом. 10 людей нет, он сразу дует адский. Вы хуй выбежите когда. Я хуй когда блинканусь. У меня нету эридара, блядь, блинковаться, вас спасать, блядь. Два носка, где, блядь? Вставай. Ну быстрее, нахуй. Вам охота в ТТГ или нет, блядь? Два носка, вот. Это самое. Принимай сумон. Итак, и Вилаша тут. Все, ставлю рыбу. Так, вот рыба на досках стоит.
Давайте без залупы, блядь. Руки вроде закрывают, нахуй так под ебалом, блядь, 10 человек нету. Так, бафы быстрее раздаем, ман резаем, а вот там рыбу. Жрите, жрите, пейте, там пэсы, жри, пей. Так, проверка на пул. Давайте по местам. Давайте быстрее в темпе всю эту хуйню выпивайте ману, там два носка готов, нет? Так, все готовы, приготовились, дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Смотрим. Угу. Нормально. Так. Зубраджин, я хуй знает, справляйся, блядь. Цепуху кастую. Руки не закрыли в луне, нахуй. Как дела у вас, нахуй? Пэса с шелфиром, нахуй. Так, притон СС был, что ли? Угу. Фулл баф по притону. Так, еще один удар. Стоим, стоим, мы куда побежали? Стоим под ебалом, еще один удар стоим. После этого уже убегать. Сейчас стоим. Первая, вторая пати. Стоим сейчас под ебалом. Все, теперь идите за спину. Следующий удар я сам ловлю. Так, адский. И незыбку даю. Все, после адского возвращайтесь под ебало. Все, нормально, захиливаем. Нормально. Так, 12, нормально. Смотрите тоже, будьте готовы, нахуй, тоже на стаке смотрите. Руки под крылом закрыл прям в последний момент. Смотрите, не проебывайтесь там. Шалфир, Песа под ногой босса, нахуй, под правой, ваши руки. Я вроде забежал. Давайте, смотрите там. Не проебитесь. Походу ничего не произошло. Вот Песа сейчас. Так. Че, стаки спали нормально? Вся эта хуйня просто по кругу повторяется, вот и все, блядь. Так, нормально, 10 человек есть. Угу. Все, уходите за спину. Следующий сам ловлю. Уходите. Следующий удар ловлю сам. Не люблю щиты, приготовь зубы по войду. Приготовь зубы. Давай зубы. Так, сейчас будет адский, пока не подходите. Адский. Все, захиливайте рейд. Подходите, первая, вторая. Подходите, подъебало. Вот, отлично. Мистери, раскол, брони, раскол. Нажми быстрее раскол. Не дамаг, мистери. Стопни свой весь дамаг.
Сука, 60, почему 60? Кто-то сдох, что ли? Дня какая-то. Ладно, похуй. Похоже на копии много. Так, бьем дальше. Так. Печка. А, за спину убегайте. Убегайте за спину. Убегайте за спину. Сейчас будет сотка сразу. Готовимся прохиливать. Даю незыбку. Так, после этого удара будет сразу адский. Адский. И возвращаемся под ебало. Захиливаем рейд, возвращаемся. Закройте под грулом. Закрыл. Все, 20 лямов, надеюсь, должны успеть. Давай, ярим. Так, 12, нормально. Сдвинулся босс немножко. После следующего удара, может, выровняю его, постараюсь. У меня какая-то, блядь. После этого удара выровняю босса. Немножко мне не нравится. Также в кресте стоим. Ну давай на следующий удар вот этот ошеломляющий навет дашь массаков и добьем. Уже похуй там печка, не печка, уже поебать. Все, лям добиваем. Нихуя сложного, блядь, цикличный босс. Главное, чтобы был сетап хороший. Ну брюли с Вилашей закрывали и все, нормально. Кстати, что это портал? Куда? В Каминор? Да-да-да. А, можно в Каминор. Топор. Это... Кому надо топор? Так, вару надо. Так, вар, ты не в гильдии. Так, вот тот у тебя в гильдии. А, это, ты его в гильдию будешь заводить? Ну, я не знаю, в принципе, ты этот. Нет, не будешь. В принципе, тут никому не надо. Ладно, на. Похуй. Не каждый день ходишь, конечно. Ой, я сейчас аддоном тыкну. Крит Хас, тапочки на о. Шамана, наверное, шама хорошие. Ну, если, конечно, нету с чаркой. 10%, что там, бидон, да? Так, вот эта хуйня на распыл. И печать последняя осталась. Так, ну сейчас, ну стресс уже выше всех. Два носка не тыкает, да? Не-не, мне не надо. Все, ну стресс, ГЦ. Так, сейчас я дам 600 ИП. Надо, наверное, поднять ИП за этот рейд со следующего КД. Да, за неактуальный рейд еще больше ИП давать. Ну, как не актуальный, нахуй? 10 человек рулит, как это он не актуальный, блядь? Их всех нахуй послать к пугам, блядь. Они будут собирать с пугами, они нахуй это надо. Они, блядь, за полгода не оденутся. Так, тебе на историю. Заходите, этот самый, в ГМХМ сумонтись. Может, ТТГ? Да, да, ТТГ. Да, что, да, у вас да. Есть слот ТТГ? Ну, ща посмотрим. Че 600 ИП? Ну это этот самый, это за ГМХМ, это не вклад. Это не вклад. Это Айновен, там Синтек, там все Вилаши. Смотрите, сейчас быстренько ТТГ проходим, надо РС-ку 10 герц ходить, хочу убить ее. Потанчик. Так обещано ж было в ГМ обычку. Не знаю, блин. Ну давайте, блядь, сейчас как в ТТГ сыграем. Быстренько.